Привет, друзья! Небольшой отчет о проделанной работе. Выглядит это примерно вот таким образом. Вот кран, а под ним ничего. Пустота. Нормально, силки даже не прогнулись. Но понятно, что не только силки работают здесь. Основную нагрузку принимают на себя колонны и силовые ригеля. Вот, но CLT тоже, естественно, дает очень серьезную прочность всей этой системе. Вот, так что мы сейчас уже катаемся тут по всей плите, не рассуждаем, где можно, где не можно. Можно везде. Вот, то есть, где нам удобно, туда мы и едем, там мы и монтируем нашу студию. Так, вот эта зона уже перекрытая. Порядка 100 квадратных метров. Вот можно посмотреть, как это выглядит со стороны. Вот здесь уже полная панорама по периметру. Благо есть на что смотреть. Кругом лес. Красиво. Вот эту структуру практически мы собрали, ну, наверное, за полтора дня. Красиво, конечно. Так, вот так уже вот с перекрытиями выглядит вся эта история. Очень симпатично смотрится. Так, вот это как раз жесткость. То есть наши дома могут стоять во Флориде легко с такими системами усиления. Вот, причем обычно это фахверки делают из дерева, вот, а у нас это все завязано, крестовины завязаны на тяже, на металлические крестовины, то есть появляется единая очень жесткая система. Плюс мы использовали толстостенные трубы, то есть это не какая-то там китайская декорация, вот, это европейский производитель с сертификатами, с расчетами, с качеством обработки всех этих элементов. Вот. Здесь специальный крепеж, даже вот эти болты, все они по ГОСТу усиленные. То есть тут все очень серьезно. То есть такую вот продукцию вы в обычном магазине, там в каком-нибудь торговом центре строительных материалов вы не купите. Даже вот эти болты и гайки. Потому что здесь они имеют очень серьезные, как бы, характеристики на разрыв. Система крестовин и вот этих тяжей, она тоже разработана не просто так. То есть индивидуально под каждый проект, под каждую форму здания наши конструктора закладывают вот эти жесткость, вот эту жесткость в тех местах, где это нужно. Вот, то есть тут нету какой-то стандартизации, то есть здесь идут уже расчеты. Вот. В данном случае здесь будет стена, поэтому вот эта вся система, она будет внутри стены, мы ее видеть не будем. Но даже если где-то понадобится поставить там, где будет стеклянный витраж, то в принципе, скажу я вам, выглядит это достаточно модерново. Учитывая, что у нас дом хай-тек, ее можно покрасить, ну, допустим, белой краской. Вот сейчас она у нас выкрашена строительной краской черной. То есть мы особо не заморачивались с поставщиком. То есть просто заказали качественную покраску по металлу. Вот. А так можно декорировать. Ну и вот эта зона как раз высокая, вот с перепадом, то есть высота вот этого зала, у него площадь порядка 80 квадратных метров, высота 4,5 метра. Вот она выглядит, если вот вы посмотрите, мы сегодня один элемент собрали. Вот, то есть имеются вот такие верхние фрамуги стеклянные, они по всему периметру, и нижняя витрина, то есть нижняя часть вот эта,
Она такая же, как низкая часть нашего дома. То есть там 3 метра 10 сантиметров. Вот в этой линии она. А уже непосредственно надстройка выше, плюс 1,30 м. Вот это только в зале. Вот он, основной зал, его вот территория. Вот, и мы это сделали исключительно для архитектуры, чтобы как бы здание не было в одной отметке, в одном уровне, чтобы у него была разноуровневая как бы крыша, так скажем. По низу в нашем конструкторе сразу идет обвязочный ригель. По сути, он сделан уже под инженерные коммуникации, под чистовые полы. То есть у него высота 145 миллиметров. Вот из расчета, что будет шумоизоляционный материал специальный немецкий, и потом система теплых полов, тоже немецкая, которая собирается на сухую. Вот. Вся эта история у нас заберет порядка 12 сантиметров, останется в сухом остатке 2,5 сантиметра, и выглядеть это будет как плинтус. Достоинство CLT также является возможность выноса его за пределы здания. В данном случае вот мы по периметру сделали такой козырек. Вот это очень удобно, потому что не надо продумывать какой-то специальный крепеж, какие-то усиления, лаги и так далее. То есть просто мы его выпустили, и по своим характеристикам он спокойно несет снеговую нагрузку. Это тоже был один из факторов в пользу CLT, когда мы определялись с перекрытиями. По периметру дома у нас идет терраса второго этажа. Она идет буквой Z. Вперед, налево и опять вперед. Материала поубавилось, слава богу. Открывается наша терраса придомовая. Бассейн, который был накрыт строительными нашими балками, колоннами и ригелями. Сейчас вот тоже он потихонечку открывается. Вот, так что скоро у нас тут будет полный порядок. Ну и, как я говорил ранее, все узлы подогнаны таким образом. Вот даже вот этот элемент, вот этот, он практически состоит от верхний ригель, потом нижняя обкладка, опять обкладка, ригель, обкладка. То есть вот только здесь получается раз, два, три, четыре, пять элементов. Наверху узкое стекло вставляется, внизу витрина. Вот так вот даже этот узел из пяти элементов, здесь все, по сути, все заходит идеально. То есть шип-пас, там всякие проточки, то есть никаких там гвоздей под углом, никаких шурупов под углом. Все входит, как говорится, идеально. Вот это очень удобно для монтажа. Здесь такая же система. Вот если вы видите, идет силовой ригель, на котором перекрытие, и внизу идет специальная накладка, вкладка. Она типа шип-паза, то есть отсутствует мостик холода. Даже вот в этой системе, хотя понятно, что мы будем утеплять теплой рубашкой, теплым фасадом, чтобы соответствовать нормативам уже последним, энергозеру, так называемый. Вот они с 21 года в Европе приняты. И все дома уже должны иметь такие показатели. Вот. Но, опять же, даже вот промежуточные вот эти все моменты по стыковкам дерева и так далее, у нас все продумано. Вот, по сути, третий день работы. Вот. И сейчас я вам могу сказать, что, в принципе, 250 квадратных метров. Вот такая студия. Ее совершенно спокойно можно собрать за 6 дней, и это точная информация, без бля-бля-бля и без рекламы. А пока-пока.